Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И в этом видео я предлагаю нам разобраться в причинах мужского климакса. Вообще, все ли мужчины подвергаются мужскому климаксу? Вообще, существует ли он? Потому что долгое время мы обсуждали только женский климакс, да, и все считали, что женский климакс, вообще проблем никаких нету, женский климакс точно есть, им страдают многие женщины, а вот про мужчин никто никогда и ничего не говорил. И только последнее время началось большое количество исследований с точки зрения физиологии, медицины, психологии, именно касающихся репродуктивного здоровья мужчины. И вот здесь мы активно начали обсуждать мужской климакс. Так вот, сегодня мы все-таки поговорим, есть ли он на самом деле, почему он появляется и как вообще возможно ли его затормозить. Поэтому смотрите сегодняшнее видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Задавайте интересующие вас вопросы. И в следующих видео я, конечно же, отвечу на самые интересные от вас вопросы. Кстати, мужской климакс – это тоже, друзья мои, вопрос от вас. Поэтому давайте разбираться. Как я уже сказала, мужской климакс все-таки относится к достаточно такому молодому заявленному проявлению гормональных изменений у мужчин. А именно, когда мы говорим про мужской климакс, мы говорим про андрогенные изменения, да? То есть, когда уменьшается количество андрогенов. То есть действительно серьезное дефицитное состояние андрогенного характера. Подвержены ли данному состоянию мужчины? Безусловно, подвержены. Просто если у женщин это состояние 100% климакса проходит неизбежно и накладывается огромное количество разных симптомов, то у мужчин данное состояние можно затормозить и смягчить. У женщин, кстати, тоже, да, но там более яркие вот эти проявления. И сегодня мы поговорим, как же можно это, соответственно, затормозить у мужчины. То есть после 35 лет, если вы уже знакомы с моими видео, я часто говорю про это, что после 35 лет заметно снижается количество тестостерона у мужчин. Если вы ведете абсолютно неправильный образ жизни, употребляете вредные привычки, питаетесь мусорной пищей, соответственно, не занимаетесь спортом, в вашей жизни очень мало спорта, соответственно, нет сексуальной нормальной жизни, стрессы, неправильный сон, то, конечно же, у вас идет комплекс изменений гормональных, очень серьезных. То есть тут и меняются гормоны щитовидной железы, безусловно, снижается тестостерон, поднимается кортизол, пролактин, которые очень сильно влияют на стресс, и увеличивается количество женских половых гормонов у мужчин. То есть вот отсюда мы и видим значительные изменения мужского здоровья, когда начинает расти живот, начинают расти молочные железы у мужчин, да-да. То есть изменяется голос, и вот здесь мужчина часто и приходит, говорит, а как так? Как это произошло? Тестостерон маленький, пролактин с кортизолом высоченный, в щитовидной железе вообще полный, да, дисбаланс, и еще женские половые гормоны у мужчины достаточно высокие. И вот здесь часто мужчина
начинает претерпевать уже изменения. То есть снижается либидо, снижается потенция, появляются сексуальные дисфункции. Соответственно, если мужчина начинает в это время планировать со своей партнершей беременность, то, как правило, уже достаточно сложно этого добиться. Очень яркий мужской фактор, да, становится. И, конечно же, вот здесь нужно подходить к этому комплексно, да, то есть 35 лет в норме снижается, в 40 уже мы видим дефицитное состояние, но если мужчина начинает себя поддерживать, как я уже сказала, включать в свою жизнь правильный образ жизни, сон, нормально относиться к стрессам, переживать стрессы, потому что стрессы есть у всех, но кто-то их умеет переживать, кто-то не очень, соответственно, вы начинаете, соответственно, правильно питаться, отказываться от вредных привычек, то ваше состояние гораздо лучше, когда вы начинаете следить за тестостероном, следить за своим гормональным фоном. Я же не просто так говорю, что важно, соответственно, следить за своими гормонами, за своим гормональным статусом. Ну и, конечно же, помнить про витаминно-минеральные дисбалансы. Специально для мужчин я разработала комплекс «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. Потрясающим образом влияет на твою потенцию, повышает либидо, профилактирует развитие сексуальных дисфункций, улучшает качество сперматозоидов и повышает уровень твоего тестостерона. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин D3, натуральный экстракт женьшеня и ее хинбина, который является природными афродизиаками и оказывает воздействие практически с первых дней приема. Абсолютно натуральный состав. Мы уже себя зарекомендовали среди большого количества мужчин, которые отмечают потрясающее улучшение мужского здоровья и, главное, показателей тестостерона. Ссылка будет первая в описании под этим видео. Заказывайте, пробуйте, ощущайте эффект мужской мощи. И тогда, я думаю, если вы будете соблюдать все рекомендации, то есть в вашей жизни будет спорт, регулярная сексуальная жизнь, правильный сон, отказ от вредных привычек и мусорной пищи, которой сейчас достаточно много. Это чипсы, всякие еда быстрого приготовления, фастфуды, колбасы, то есть различные эти полуфабрикаты, да, макароны, огромное количество сладостей. Конечно же, следить за сердечно-сосудистой системой. И тогда никакой климакс вам будет не страшен. И вы подойдете к нему очень подготовлены. А мужская мощь вам в этом поможет. Ссылка первая в описании под видео. Заказывайте, пробуйте и ощущайте эффект мужской мощи.